Милосердие, доброта, чуткость, благородство. С первого класса педагоги Щелковской школы номер 12, как гарант общественной нравственности, пытаются прививать детям духовно-нравственные ценности. Проводят тематические классные часы, уроки доброты, конкурсы сочинений проектов. При изучении художественных произведений обращают внимание на нравственные поступки людей в разные эпохи. Благодаря таким занятиям каждый ребенок теперь знает, как жить вместе, как понять другого и помочь своему ближнему. Когда кто-то не сделал домашнее задание, мы ему помогаем его доделать. Ну, когда человек болеет, можно дарить подарки, навещать его. Звонить. У меня есть брат, я ему с уроками помогаю. Кто-то упал, мы придем на выручку и выясним, кто это сделал. Учителя, конечно, большую работу проводят, чтобы ребенок друг другу в беде помог и посочувствовал. Задача учителя как раз помочь ребенку научиться слышать другого и уметь договариваться. Учащиеся школы номер 12 регулярно принимают участие в акциях помощи ветеранам, больным людям, детям в детских домах. Вот в этот раз, когда к ним накануне празднования Дня Победы с просьбой о помощи обратились братья-прихожане Никола-Берлюковского монастыря, педагоги и учащиеся с радостью откликнулись. Второй год подряд мы участвуем в акции «Сделай добро». Подари открытку ветерану. Монастырь обратился к нам с просьбой изготовить такие открытки. Мы очень постарались, вложили свою душу и свое сердце. Мы все их любим и поздравляем. Всего за 3 дня учащиеся школы номер 12 своими руками смастерили более 300 красочных открыток с теплыми словами поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны и в торжественной обстановке вручили насельнику Никола-Берлюковского монастыря и иеромонаху Тимофею. Батюшка, мы так старались и хотим вам вручить вот эти вот красивые открытки. Спасибо. Чтобы вы передали всем ветеранам наши поздравления. В прошлом году вот наши прихожане вокруг монастыря всем ветеранам раздают. На Донбасс мы отправляли огромное количество открыток. И там вот те люди, которые раздавали, там вот с неописуемой радостью это все встречали. И уже спрашивают, говорят, а в этом году будут поздравлять. Сейчас мы вот свидетелем этого являемся. Детки такие, как их воспитывают. Воспитывают их хорошо. Сейчас учащиеся школы номер 12 готовят спектакль под названием «Сказка о добром сердце». Написали сценарий, сделали постановку и в ближайшее время надеются порадовать учителей и друзей премьерой. Все хотят быть любимыми, а ученики и педагоги школы номер 12 решили сами давать то, что ждут от других. Сергей Максимов, Галина Хлотцова, телерадиокомпания «Щелково».